Дорогие друзья, репортаж ведется с домашнего двора. Собственно, сейчас идет приготовление блюда, которое называется рыба горячего копчения вот в таком коптильном агрегате. Примечательно в том, что рыба находится на копчении и, собственно, на апельсиновых таких вот дольках. Вот, она выкладывается, чтобы не пригорела. И вот, собственно, вот такой вот имеет вид. Совершенно потрясающая вещь. Очень, наверняка, очень аппетитная.